Всем привет! Мы получили еще одну посылку, которую заказали у нас через группу ShopService DPUA. Здесь женский рюкзак. Давайте посмотрим, как я приоткрыла. Так вот он в кульке. Сверху вот такая защитная штучка вот от пайла. Или запасная, или... Да, это, наверное, это запасная кнопка. Вот положил продавец. Вот такой вот рюкзак. Здесь по бокам карманы. Хорошо, что есть подкладка, когда руку вставляешь в карман, не чувствуется. Ага. Это все-таки не запасная, это вот отпала. Но она легко вставляется. То есть не очень такой, не знаю, цену. Перейдете по ссылке, посмотрите. Описание по виду, швы вот вроде как везде ровненько. Нитки нигде не торчат. Здесь шлейки регулируются. Дополнительно просрочена вот такая вот кожаная накладка, ручка. Внутри вот просто вставлен кулек, чтобы менялся. Вот есть карманчик. И все. А, и с этой стороны тоже есть вот такие вот нашивные карманы. Дно глубокое. Вот такой вот женский рюкзак-сумка. Кому понравился такой товар, переходите по ссылочке, посмотрите, какая у него цена. Так, в принципе, по швам все выглядит очень даже красиво. Ну вот, единственное, отпало, что кнопочка, но ее можно вставить. Вот такой вот рюкзак. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.